Дональд Трамп пояснил свое заявление о больших проблемах в Швеции якобы из-за мигрантов. На своей страничке в Твиттере американский президент написал, что опирался на сюжет, который увидел в эфире телеканала Fox News. Якобы Швеция приняла слишком много к себе беженцев, и из-за этого в стране начались серьезные проблемы. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. You look at what's happening in Brussels. В своей речи Трамп сослался на некий инцидент, который якобы произошел в Швеции накануне вечером. Однако власти этой скандинавской страны заявили, что никаких ЧП из-за беженцев у них не было, и обратились в Госдеп за разъяснениями.